Вот такой вопрос задал мне подписчик моего канала в Телеграм. В том, чтобы предложить женщине заняться сексом, для мужчины ничего унизительного нет. Унижается мужчина, когда начинает что-то делать для того, чтобы женщина согласилась. Именно поэтому я постоянно говорю, что, на мой взгляд, не имеет никакого смысла ухаживать за женщиной, дарить ей подарки или давать деньги. Этим вы только самому себе делаете хуже. Если женщина требует от вас какое-то вознаграждение за то, что она с вами переспала, значит, как мужчина вы ее не интересуете. А поэтому и стараться она особо не будет, и никакого удовольствия от секса с ней вы не получите. По-настоящему хороший секс может быть только с той женщиной, которая вас хочет сама. Бывали случаи, когда встречал женщину, с которой не виделся 10, 15, а то и 20 лет, и она рассказывала, что до сих пор помнит, как мы с ней когда-то где-то зажигали. А если баба переспала с вами за деньги или подарки, то это значит, что вы просто бабой подрочили, потому что с ее стороны никакой инициативы не было. Так что, на мой взгляд, ничего страшного не будет, если вы предложите заняться сексом так, как написали. Да-да, нет-нет. Главное, не начинайте ее добиваться, если она вам откажет.